Я его бомбану. У него, походу, просто он там перегревается. Так, отлично, все, до свидания. Так, снял того на пулемете, на турели. Так, ну, винтовка. Давай я тоже возьму винтовку. Ну, бери, потом тебе. После продаж. Да, здесь они неспроста винтовку нам подавали. Отлично. Так, попал в плечо. Но далеко и дергается это все. Так, стоп. Вот там вот слева. Ну-ка. Отлично. Прям в голову всадил ему. Ты всех снял? Так, вот еще кто-то побежал. Давай, движущийся так, цель отрабатываем. Так, зашел, похоже, к нам. Мы так увлеклись, что не заметили, что кто-то зашел. Да, я его протыкаю сейчас. Подожди, я там видел в скале. Что-то там блестело. Только найти бы где-то. Так, еще один за турель встает. Давай, сноси его. Сейчас я его снесу, сейчас он встанет туда. Отлично. Так, ну придется еще второй, наверное. Так, блин, два попадания. Третье попадание. Слушай, опять он подошел к нам. Да что ж такое-то? Четырех только попаданий, поэтому важно здесь в голову стрелять. Так, я нашел, кстати, знаешь что? Нашел сокровище. Молодец. Вот, сейчас я его попробую сбить. Да, я его сбил, поэтому красной лестнице. Да что ж ты будешь делать-то? Я выхожу. У красной лестницы там будет валяться камушек, скорее всего. Выходи. Автоматы и патроны что, тебе не нужны? Ну потом отдашь, возьми их с собой. Ну ладно, возьму. Здесь ты еще пропустил пистолетные патроны, слишком так увлеченным, видимо. Я их не стал брать. А, они тебе не влазят? Я так понял, правильно? Нет, я просто не стал брать пистолетные патроны. А, ну ладно. Ну смотри сам. Как бы. Ух ты, я не нашел проблема. Алмаз круглый. Алмаз? Слушай, он может быть там за десятку уйдет, а может быть и нет. Там еще он какой-то и камушек около лестницы. И винтовочные патрончики у меня есть для тебя. Что для меня есть? Винтовочные патрончики. А я нашел еще автоматный патрон, поэтому давай сразу обменяемся. 60 давай. Автоматных. Давай сделаем бартер быстренько. Давай. И что, можно тогда двигаться дальше? Движемся. Погнали. Вот здесь сейчас я подбегу, здесь камушек я помню. Поэтому я его забираю. Это алмаз, груша. А, так, здесь у нас пистолетик. Ну, нормально. Ой, из сортира выбежал один. Вау, падай. Ну что, отлично. Ты там справишься? В сортире сидел. Винтовочные патроны я нашел. И деньги еще мало. Почему мало? Почему немного? Ты там уже что-то крушишь, я слышу. Да я уже наверху здесь разбираюсь с ребятами. А, ну ладно. Разбираешься, так разбираешься. Так, я тоже к тебе сейчас спускаюсь. Ага. Опа. Катсценка. И вон еще, видишь, сверкает да. рядом с лестницей. Поэтому там есть у тебя пистолет. Есть? У тебя есть пистолет, кстати? Нет, я его продал. Ну, правильно, потому что у меня пистолет будет. Вон, так. Я вижу. Сейчас я забомблю это сокровушка. Прикрывай меня. Не надо, не трать. Все, сбил, да? Сбил? Да, наверное, сбил. Давай, так, я тебя подкину быстренько. Подожди, быстренько. Давай, подсаживай. А ты понизу. Давай, забирай там все, что нужно, а я буду снизу шмалять. Так, автоматные. А, вот она, сокровушка. Алмаз принцессы как какой-то. Слушай, тебе все не везет на алмаз. Слушай, они динамит, походу, кидают. Вау, убегай. Коктейль Молотова. Не коктейль Молотова, здесь именно динамит. Офигеть просто. Падай, дядя. Ну что, у тебя получается? Да потихонечку. А сейчас? Блин. Так, мне срочно травка нужна. Так, если меня сейчас загасят, тебе придется как-то сюда залазить, что ли? Ух ты! Так, он сейчас взорвется еще, наверное. Фух! Трава зеленая, беру. Ладно, я использую траву. Ты там сам будь аккуратен, пожалуйста. Сейчас огонь еще будет. Вообще неприятно. Быстрее! Ты где там, наверху же? Да, наверху. Да, что-то там вообще ерунда. Ты мне так, я понял, помогал, да? Я тебе не помогал, но у меня есть для тебя подарок. Давай. Так, давай, отбивайся от лохов, я сейчас быстренько все сделаю. Давай. Самое главное, чтобы сзади нас никто не трогал. О, так у тебя спрей был. Я так, ладно, сейчас время для Валеры. Эй. Отлично. Слушай, они продолжают этот динамит кидать. Так, все, бежим дальше. Подожди, сейчас зачисточку сделаем. Отлично. Смотри, чтобы за тебя никто не прибежал. Да, это важно.
Близко особо туда не подходи, потому что там динамита кидальщики. Ничего, справляешься. Да, зажигательная граната. Я думаю, что это все нам пригодится. Но они тут, видишь, они не бесконечные, поэтому в этом-то и есть вся прелесть. Есть плюс, да. Так, подожди, куда ты ушел? Дай-ка я тебе дам кое-что интересное. Спасибо. А, подожди, стоп. У меня еще есть, оказывается, автомат. И сзади, кстати, там тебя кто-то пытается бомбануть. Да? Дай-ка я его быстренько сейчас сниму. Ну, шарахни. Отлично. Почти всего обойму посадил. Давай теперь двигаем вот эту штуку. Патронов, кстати, нормально пособирали здесь. Толкаем. Толкай! Толкай! Супер. Ну что, сами теперь прыгаем. Подожди, а для чего мы это сделали? А, вот проход дальше. Так, я делаю перезарядку здесь. Объем, конечно, надо прокачать. Так, ну что, вниз теперь, наверное. Ой, травку еще взял, что ли? Или мне показалось? Давай. Травку взял. Давай! Опа. На юг полетели. КамАЗ-мастер. Чагин. Который превратился в зомби. Париж-Дакар. Отлично. Какую-то вкусняшку привез нам. Да. Да, что там было? Надеюсь, что-то не очень страшное. Бу! Испугался? Я же дернулся. А-оу. А-оу. Ничего себе, огромная летучая мышь. Ага. Так это же Колян с соседнего двора. Да, наверное. По кличке Летучая мышь. Ой, что-то ему в нас не понравилось. Ну все, пора открывать кирпичный завод. Да, сейчас откроем с тобой. Ой, погнали, погнали, погнали куда-нибудь. Так, что у меня там по сенсорам? 4 сенсора. Сисочку ему надо стрелять, смотри. Давай попробуем. И главное бежать отсюда. Сейчас, он там еще что-то кричит. Сисочку. Ладно, перезаряжаю. Ой, он еще быстро бегает, оказывается. Так, погнали отсюда. Сенсорную поставил, я видел. Да. Да? Так, сейчас я здесь еще поставлю сенсорную. Быстрее ставь. Не-не-не, подожди, давай еще оббежи. Он же ползет там, я просто не вижу. Да, он сзади там. Закладываю. Закладываю. Сейчас должен бабахнуть. А, он умный, смотри. Обходит? Да, он перепрыгнул ее. Так, ладно, сейчас еще здесь тогда пойдем. Ну давай! Гад. Еее. Отлично. Стреляй, что ли, в него? Так, сейчас, давай. Сейчас, ты пока там его отвлекай, я быстро заложу эти. Сейчас здесь еще заложу одну. Сейчас заложено на меня пойти, еще бабахнуть разочек. Отлично. Давай, бабахай его. Спокойно. Причем две. Две мины-то. Все, у меня мин больше нет. Так, где он там? В икру стреляй быстрее. О-оу. Отлично, кстати. Вообще красавчик. У меня тоже есть зажигательные эти гранаты. Все, бежим отсюда. Сейчас он тут упадет на этих минах. И мы его шарахнем. Вау, 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 вау. Yes! Это нормально, кстати, сарай. Заложил. Так, я зажигательно кидаю в него. Отлично. Как мы с тобой ловко работаем, а? Отлично! Так, супер просто. Я в икру луплю. Так, я... Давай, давай, лупи. Вау! Ну что там с икрой-то у него? Мечет, мечет. Так, все, у меня с патронами туго. Так, сейчас я что-нибудь... А, вот здесь есть патрончики, я вижу. Пистолетный, да, то, что надо. Снова забомбил его, что ли? Это а, нет. Кинулся. Убегай! Убегай, убегай, убегай! Не вовремя я начал перезаряжаться.
Так, я, пожалуй, сенсорные возьму. Вот тут уже видел пистолет. Так, я опять пистолет. В укроне.